Всем приветик, дорогие друзья, с вами Роджин, и сегодня у нас будет миссия 7, или же 7. Coastal Trap. Trap, it's a trap! Короче, ребят, это у нас как-то островная ловушка, по-моему, называется она так по-русски. В общем, да, ребят, у нас 30 тысяч. Я не знаю, как, впрочем, здесь можно проиграть. Ну, типа, это невозможно, даже если вы там, ну, не знаю, убьетесь, впрочем, это невозможно. Смотрите, тут такая история. У нас можно создать 30 рыцарей. Из-за того, что у нас 30 тысяч, мы можем быстро повысекать все-все-все арабские лагеря на карте для того, чтобы... Ну, не арабские лагеря, а вообще лагеря. На карте для того, чтобы нам просто не мешали особо сильно. Ну, а на остальные деньги, естественно, вы понимаете, что-то потратить в развитие, что-то потратить в защиту. Я бы, например, 30 тысяч денег — это 300 арбалетчиков. Как вы понимаете, защита — вау. Но мы же будем нанимать еще там 30 рыцарей, поэтому, ну, плюс-минус там что-то будет туда-сюда. В общем, я сейчас попробую вам показать, что я планирую здесь сделать. Начнем с того, что мы, наверное, увеличим себе склады, да. Только вот вопрос в том, что вот здесь можно склад? Вот здесь. Дик хочу здесь поставить, склад дик. Да. Нельзя. Ну и не надо. Значит, тогда мы ставим здесь говнецо, впрочем. Можно тогда особо сильно даже это с едой и не напрягаться. Мы тогда развиваться не будем на еде. Ну так, для того, чтобы чисто не напрягаться, да. Потом, что нам еще? Нам надо оружейка. Нам надо в эту оружейку закупить 30 вот этих вот чувачков. Они справятся, впрочем, со всеми вообще, кто только здесь возможен. Пока вот так вот барбаканчик, потому что нам необходимо еще будет очень масса большая наших работяг для того, чтобы они тут могли что угодно сделать. Давай бараки поставим. Естественно, сразу же необходимо, наверное, будет себе здесь разместить хату. Хату я очень сильно просрался с хатами. Ну ладно, ничего страшного. Надеюсь, что все будет окей. Так, давайте раз, два. Впрочем, это пока что адекватно. Так, теперь надо подумать над массой всякого-всякого говнеца здесь. Давайте поставим вот это, 5, 6, 7, это 28, и я хочу 30. Все, я хочу 30, я поставлю 30. Окей. Теперь давайте немножечко с деревом разберемся, потому что дерево тоже, впрочем, хочется чуть-чуть. Так, теперь железо, потому что отсюда нам нужно будет как-то, может, развиваться, может, еще что-то будем делать. Впрочем, у нас тут еще мечники есть европейские. А давайте-ка мы европейскими мечниками сюда, например, долбанем. Но вообще, конечно, я бы очень сильно хотел бы, может, кем-то другим продолбить проходик. Ну ладно, надеюсь, что у нас всего хватит. Здесь, кстати говоря, вполне возможно лучше поставить еще один амбарчик на всякий случай. На всякий случай еще один амбарчик есть возможность. Вот так вот и тыкнем его, значит, все. Больше тыкать ничего не будем. Можем чуть-чуть, впрочем, вот так развиться. Здесь, наверное, еще добавлю себе одну оружейку, в которую я закуплю сразу 25 арбалетов, чтобы проблем... Да, 25, можно даже 30, впрочем, арбалетов закупить. 35? О, можно 35? Серьезно? Ну, пофиг. Короче, наша задача сейчас нанять мечников. Гусь. Пока что гусь-угусь нанимаем мечников, и нам еще потом арбалетчики пригодятся, потому что иначе будет жопа. А, в общем, смотрите, тут масса огнеметателей. Впрочем, я не знаю, как мы их будем кайтить, но нам надо их раскайтить в любым доступным для нас способом. 24 у нас работяги есть. Можем сейчас еще поставить арбалетчиков для того, чтобы проблем не было. Я бы, наверное, разнял бы вот этих вот работяг. Они, впрочем, здесь не нужны. 17 арбалетчиков сюда, потому что они будут хорошо защищать все это дело. Еще 6 давай. Еще вот эти работяги давай. Отлично. Ну и все. У нас конница, впрочем, готова. Полностью. Не знаю, как можно вот этих будет работяг убивать, но пока еще у меня представление есть. И мы, наверное, будем эти представления мои реализовывать. Черт, у меня огромное количество денег. Реально огромное количество денег. Я могу здесь сделать все, что угодно. Но давайте мы вначале сделаем небольшую экономику. Я, впрочем, за всегда экономику. Так что давайте чутка экономики. Немножечко. Так, мечники один, рыцари два. Мечники, надеюсь, перережут их. Короче, я не знаю, как, впрочем, вот этих вот всех убирать. Давай, наверное, всех попробуем убрать. Давай-давай всех попробуем убрать. Наша основная первоочередная задача — это влететь во всех. И просто убивать их. И просто бить этих лохов. Бить этих лохов, избивать, бить, изничтожать. Просто уничтожать, доминировать и властвовать над ними. И все. И просто рыцарями хлоп-хлоп-хлоп-хлоп заделать их по полной программе. Ух, эти лохи. Просто...
Хорошо, избавились. Отлично. Мы сделали самое основное. Избавились от огнеметателей. Так, теперь давай сюда. Мне рыцаря запрещать надо, ребят. Мне нельзя рыцарем играть. Это слишком легко. Так, давай, 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 давай. Фигачим здесь. Впрочем, нормально. Окей. 27. Мы здесь разрушим. По идее, этих рыцарей нам вообще прям с головой должно хватать. Вот прям с головой. На все. На все наши... На все-все-все должно хватать с головой. Так, мы едем вот сюда уничтожать тудась. Мечники мои как тут? Нормальненько справляются. Умнички. Тудась едем. Едем точно тудась. Так, давай-ка мы, наверное, здесь... Ой, какие прибежали. Ля, какие работяги прибежали. Давай мы тогда, наверное, тоже долбанем еще 50 арбалетчиков, чтобы просто проблем не было. Чтобы можно было максимально плевать вообще на все. С высокой крыши. Так, давай мы тогда сейчас сюда делаем. Здесь у нас работяги уничтожили, умнички. Какие-то арабские мечники, какие-то тут... Непонятные эти. Ну ладно, главное, что мы уничтожили 3 там, 3 здесь. Мы сейчас еще поставим арбалетчиков еще сюдысь. Впрочем, можно здесь даже вот так сделать, для того, чтобы проблем не было. Так, здесь я, наверное, просто поставлю вот так высокие стены. Здесь я тоже высокую стенку одну поставлю, чтобы действительно просто не думалось мне о том, что эти арбалетчики могут перемещаться. Все, вот эта вот высокая стена, окей, с ней все хорошо. Что у нас здесь с рыцарями? Рыцари пососалити сделали. Но, ребят, мы же ведь можем заново нанять 30 рыцарей. Нет места в оружейной. Проблемы. Какие вообще проблемы? Мы можем здесь делать все, что захотим. Рабы, да кому эти рабы, черт его подери, интересны? Они мне ничего и сделать-то не могут, эти рабы. Вот они пришли, и что дальше? Послание от короля Филиппа. Ну вот, пожалуйста. Рыцари вас растопчут. Вперед, дальше. Дальше что? Не, по сравнению с предыдущей миссией, здесь я попонтоваться хотя бы могу. То, что было в предыдущей, это полный трындец. Так что я теперь просто имею какое-то маленькое такое небольшое моральное право здесь просто задушить его по полной программе. И задушнить. Это чисто моральное мое право. Надеюсь, что оно адекватно. Встать в строй! Впрочем, вот этих я тоже перевел бы чуть-чуть. И здесь тогда сделал бы вот такой вот... Ну куда ты убежал? Вот такой вот барбаканный, типа, барбаканную основу. Здесь все шикарно, окей, нам не хватает чисто лесенки, которую я тоже сюда пририсую на всякий случай. И давайте мы наймем немножечко еще всякого разного рода людей. Блин, пошли по лестнице распределяться эти арбалетчики. Давай мы, наверное, лучников распределим по лестнице, чтобы арбалетчики даже и не думали. Я побежден? Не может быть! Все потому, что кругом одни глупцы! Вот и правильно. Не хватает оружия, сэр. И мы продолжим, наверное, выходы делать на всякие разные строения, потому что мне это капец как не нравится. Здесь, кстати говоря, вполне, наверное, стоит еще придумать себе вот такие штучки. Давайте, наверное, придумаем еще вот таких штучек немножечко. Понятное дело, что, возможно, я не прав, но нужно такое делать. Блин, я очень неэкономный. Мне надо экономить место, прям капец. Потому что экономия места здесь обо многом может рассказать обо мне, как и о стратегии, и как об игроке. Да, я походу отсюда вообще не выйду теперь. Теперь здесь будут реально огромные проблемы, потому что всякие там арабские вот эти вот мечники. Мне это не надо. Мы рыцарями сейчас попытаемся что-то сделать. У нас деньги еще, впрочем, есть. Мы можем нанять еще 50 вот этих работяг. Давай. Еще 50. А почему бы и нет? Чтобы они вообще мне ничего сделать не могли. Вообще просто забить болт на них огромный. Огромную болтяру. Все, эти работяги просто бегут сюда для того, чтобы проблем не было. Но я пока ничего не делаю. Я... Единственное, что... Можно сделать? Ага. Все, спасибо. Султан тоже там решил что-то поприкалываться по приколу. Впрочем, мои рыцари тоже умнички. Их задача основная вот это вот первостепенно уничтожить. И нужно еще найти что-то потом.
Так, давай. Надо уничтожить эту штуку и уйти. Все, уничтожить и уйти. Нам вот это вот все остальное вообще не интересно. Тут еще где-то должны быть всякие разные фигни. Так что давайте искать все, что здесь есть. Если еще где-то что-то нашел. Нашел, мы идем туда. Выбегаем, как говорится. Так, а есть ли еще? Ну, тут какие-то арабские мечники очень непонятные. Это кто? Маршал Сэр Лонгар. А это откуда у него? Откуда у него? Откуда? Где? Где арабские мечники? А, Гась нашел. Не может быть! Все потому, что кругом одни глупцы. Впрочем, здесь вообще плевать. Здесь мне никто ничего не сделает. То есть я могу чисто вот так перекрыться. И все, и думать уже забудьте, что мне кто-то что-то сделает. Так, хорошо, мы здесь уничтожили, и давай-ка мы добьем сюда. Послание от маршала. Никто мне здесь ничего не сделает. Никто, ни одна живая или мертвая душа. Ничегошеньки мне здесь не сделает. Осталось лишь только разрушить эту фигню. Дадут? Дадут. Все, добиваем рыцарями рыцарей, если такая возможность есть. И можно сейчас будет потихонечку выходить оттуда. Ну, денег много мне слишком дали. Я могу, в принципе, рыцарями пожертвовать, мне как бы они особо сильно уже и не нужны. Не, ну, можно, конечно, вот это вот уничтожить. Так, чисто по приколу. А можно, на самом деле, ничего не делать. Не хватает оружия, сэр. Впрочем, это уже мой выбор, как говорится. Давайте мы чуть-чуть поставим себе зерновушек, ну, чтобы были. И немножечко давайте поставим себе развитие. Раз уж мы хотим развития, то давайте чуть-чуть развития. Чуть-чуть, немного. Я не буду много делать развития. Это не надо. Это все, дичь. Кстати, по поводу. Тактика партизанских действий. Вот наш выбор. Да, он, походу, меня уничтожил. Так, 5200. Давайте посмотрим на развитие. Здесь не полное развитие... А, нет, полное. Здесь не полное развитие. Он вроде как удаляет свое здание постоянно. Здесь вроде как полное развитие. Что у нас здесь? Еще не докопался до конца. Не имею права, значит, атаковать. Ну, тогда ждем, пока маршал докопается. Впрочем, он сделает это очень скоро. Все. То есть у нас все готово. Мы можем чисто выходить и напрягать людей. Давайте выйдем с помощью... Пехоты? Да не, пехота неинтересна. Давайте мечниками. Только мечниками и лучниками. Я хочу лучников и мечников. Все в закупе будет, ребят. Так что я особо сильно... Даже скупиться на это не буду. Мне не лень, как говорится, закупиться. Так, здесь мы вот так сделаем, для того, чтобы здесь у нас появилась вот такая штучка и вот такая штучка. Все. Теперь здесь у нас еще появляется вот такая штучка одна. Мы ставим также рядышком одну вот такую штучку. И дальше пошли ставить вот такую, вот такую. Здесь можно поставить вот такую. Здесь, например, можно вообще удалить вот эту. Поставить вот такую. Но пока поставить нельзя, как вы понимаете. Мы сейчас все сделаем. Все, теперь можно. И, естественно, еще 4 хаты. Добрать. Раз, два, три, четыре. Все. Готово. То есть мы теперь можем все, что хотим делать. У нас замок маленький. Никому не нужный. Неинтересный. Ну ладно. Мечники. Мечники без щитов давайте. Без вот этого вот всякого-всякого там. Просто мечники. И здесь я сделаю маленькую дырочку в свой замок. Пусть они бегут ко мне, пытаются меня убить. У меня там арбалетчики, у меня там как бы вообще все есть. Пущай, что хотят, то и делают. Это их право. Мечники, да? Блин, может все-таки производство арморов сделать? Броник. Блин, не знаю, я хочу, наверное, производство броник. Я, конечно, хотел просто в закупную идти, но потом я что-то подумал. Давайте мы, наверное, производство броник сделаем, а то что-то как-то... Это как-то прям... Это жесть. Дикая, лютая. Послание от султана. Султан, ну, все. Ох, неблагосклонный. Не хватает рекрутов. Так, и еще давай броньки. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Все. То-то-тон. То-тон.
Не хватает. Нет, тут какие-то рыцари к нам бегают. Это все дичь. Она, это вся дичь умирает. Не хватает рекрутов, сэр. Так что в смысле? У нас эль-коверидж, тут вот этот только без эль-коверидж сидит почему-то. А почему он сидит без эль-коверидж? Ну давай я вот так вот ему поставлю. Не хватает рекрутов, сэр. Он быстренько наберет сейчас, и все. Будут потом с эль-коверидж'ом сидеть. Не хватает рекрутов. Окей. Так, мечники? Значит, мечники. Что у нас, 100 лучников? 44, да. Ну, вот пращники, вот вы бежите, ребят. Ну и что дальше? Ну вот вы прибежали, что дальше? Я не пойму. Послание от короля Филиппа. Наденьте доспехи, звените знамена. Начнем сражение. Вот так вот. Ну, смотрите, мы, короче, берем вот эту горочку, используем для того, чтобы... мы не можем ее использовать. Не хватает оружия, сэр. Блин, а я думал, ее можно использовать. Ладно, будем считать, что я здесь как бы разместился. Я бы разместился вот здесь. Они бы все равно бы это не уничтожили потихоньку. Блин, слушай. Ну... Окей, я просто запомню, что вот этой горочкой больше, типа, не пользоваться. Ну, потому что я поставил бы здесь башню и расстрелял бы. Ну, ладно, не будем так делать, давайте уже. Мы сделаем честно. Раз уж на то пошло. Я не знал, что здесь нельзя забраться. Я думал, вот это вот, ну, вот здесь, это проходик небольшой. Так что, пускай, если он будет уничтожать, то пусть уничтожает. Впрочем, я сам могу это сделать. Мне не лень. Все равно я сейчас буду нанимать только мечников. Так, давай мы, наверное, лучников сюда пока выведем. Просто, ну, чтобы они были. И сидеть ждать, наверное, надо. Правильно я понимаю? Одного сюда можно еще поставить, работягу. Еще одного сюда поставить, а потом еще одного сюда поставить. Так, ладно. Послание от султана. Голуби спят. Сокол поднялся в небо. Голуби спят, получается. Сокол поднялся в небо. Послание от Маши. Тактика партизанских действий. Вот наш выбор. Он нам что-то снес. Нет места в оружейнике. А, да? Серьезно? Блин. Не хватает. Не, я, конечно, все прекрасно понимаю, но, по-моему, он делает дичь. Четыре. Подожди. Четыре. Это разгром. Ну, будем считать, что он делает дичь. Оружие, сэр. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Так, четыре. Лучники готовы. Пять. Мы идем. Послание от маршала. На этот раз мне не повезло. И что с того? Повезет другой. На этот раз мне не повезло. И что с того? И что с того? Повезет другой. Блин. Мархел. 6. А у меня 6 лучников нет. Окей. Не хватает оружия, сэр. Мой лук, значит, будут 6 лучники. Не хватает оружия, сэр. Так, ну что, попытаемся с султаном разобраться, правильно? Не хватает оружия, сэр. Только замок надо будет закрыть. Не хватает оружия, сэр. Ну, специально для этого дела я, естественно, вот так сделаю. Не хватает оружия, сэр. Чтоб всякие разные там не думали о том, что в мой замок можно зайти. А в смысле? Открыть. Все. Сколько есть? 6, 7. Вот это будет армия 7. Вот пусть эта армия 7 пока идет просто и бьет. А мы сейчас подойдем сюда, 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 сюда. Хоп, 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 хоп. Нас атакуют! Хоп, 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 хоп. Там вон баллиста какая-то наглая. Не, наглая баллиста идет наглеть в другую игру. А то я сейчас эту баллисту возьму и как обнаглею.
Так, это точно построил замок? Ну да. Небо над нашей крепостью окрашены кровью. Не, я могу сейчас еще и арбалетчиками выйти, а чё? Собственно. Ну, впрочем, султан, нет, конечно, может что-то и попытается сделать. Почему именно султан? Потому что у него много денег. Он хранитель деньжат. Так что я этим фактом очень доволен. Мы просто сейчас красиво все сделаем. Правда, надо вот сюда вот лучниками пострелять. Лучники, ребятки, вы должны убить этих огнеметателей. Вы должны убить этих огнеметателей, ребята. Любой ценой, ребята, огнеметателей слить надо. Да ты охренел? Я не понимаю, ты охренел, что ли, на султане? Давай мы уничтожим. Он реально охренел. Послание от короля Филиппа. Я побежден? Не может быть. Все потому, что кругом одни глупцы. Так, давай, всеми мечниками надо подойти. Всеми. Тогда, может быть, мы убьем. И то, вот так. Еле-еле. Но подойдет. Не хватает оружия, сэр. Так, очень много древесины. Мы лучше эту древесину сейчас вот сюдысь. Ой, горе султану. Но древесины масса, ребят. Впрочем, и еды столько же. Не хватает товара. Послание. Так что нормально. Все, значит, наша задача первоочередная — это просто идти и снова избивать. 156 лучников. А, ну, баллиста решает все проблемы. Все вопросы. Мы готовы. Не хватает оружия. Ну, мечники, значит, мечники. Я выбрал мечников. Ну, можно еще, конечно, 50 лучников нанять, так чисто по приколу. Лучники готовы. Чисто по прикольчику нанять еще лучников. Скажем, 7 армия. Не хватает оружия. Потом сделать армию 8. Не хватает рекрутов, сэр. 10 камня. Ну, тут нормальная такая экономика, прям кайф. Кайф. Экономика кайф. Ждем ваших приказов. Не хватает оружия, сэр. 7. Милорд. 8. Мы идем. Мечники 9. Это слишком просто. Так, не, ну а чё, мы тут собираемся как бы драться. Погнали. Какого хрена он нас тут специально избивает? Давай посмотрим, как рыцари справятся. Рыцари вас растоптали. Так, 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 смотрим дальше. Ага. Послание от короля Филиппа. Что делать королю? Ну вот, действительно, что делать королю? Когда его планы просто рушатся. Вот что королю этому делать? Король, что делать? Настал великий день славы и доблести. На долгие времена. Все, идем, значит, сюда. На долгие времена. Великий день славы и гордости. Ну, мы уже все, мы уже заходим. Все хорошо, убили здесь. Не хватает оружия, сэр. Не хватает оружия. Отлично. Так, кто еще есть? Депукц. 25 тысяч. Послушай, Депукц, 25 тысяч. Давай мы сейчас подождем наших мечников и сделаем этому Депукцу 25 тысяч. Так, а что еще есть? А есть еще 50 лучников, например. Не хватает послание от короля Филиппа. Я побежден? Я побежден? Не может быть! Все потому, что кругом одни глупцы! Приказывайте, сэр. Я живу для вас. Так, много-много мечников. Угадайте, что будет с Депюсом? Правильно. Ваши я сам не знаю, я еще не придумал. Ладно, мы идем просто лучниками нашими. Сюдысь. Давай всеми-всеми лучниками. Сюдысь.
Не хватает оружия. Я пока нанимаюсь дополнительно еще лучников. Ну, почему бы нет? Послание от крысы. И все же хорошо, да? Мечников делаю, лучников делаю, всех делаю. Это скорость 90. Для меня это уже медленно даже. Мы готовы. Не хватает послания от крысы. А, ну. Депюс. Депук. Давай мы, наверное, чтобы Ники не расходовал лишний раз, мы это, уберем отсюда его барак. Так, и, наверное, будем мечниками что-нибудь бить. Вот и все. Барак избили. Стены избиваем мечниками. Мечники тупят свои мечи об стены. Ну, правильно. Все правильно, ребят. Мечники тупят свои мечи об стены. Так бы это глупо не звучало. Так, здесь все хорошо. Тут денег много. О, за ДПУСа дали очень-очень-очень много денег. Ну что, кого дальше? Мархел, правильно? Пойдем. Мой лук к вашим услугам. Мелки, а? Лук, мой лук, будут указания. Вас, сэр. Вы второй. Не хватает. Так, тут армия ДПУСа зачем-то элитнейшая была. 26. 55. Нанимаемся. Не хватает рекрутов, сэр. Чтобы была элитнейшая армия ДПУСа. Мы уже в пути. Да? Тут еще, кстати говоря, есть армия. Так что пойдем. Второй фронт будем уже открывать. Так, ладно, они зачем-то на меня идут. Я не понимаю, правда, зачем. Но ладно, будем считать, что так и должно быть. Стой, а я могу просто в его замок зайти? Лучники, мой лорд, да? Лучники, мой лук, милорд, вашим услугам. Да? А зачем? Было так сделано. Мы готовы. Не хватает оружия. Ну, ладно. Не хватает рекрутов. Почему опять миссия оказалась проще, чем предыдущая? Что за фигня? Слишком мало еды. Людям нужно больше. Вот, слишком мало еды. Людям нужно больше. Говорю, миссия легче оказалась, чем предыдущая. Что за фигня опять? Послание. Ух ты, сколько у него лучников! Послание от маршала. Бой будет жарким, только держись. Ну, бой, мы знаем, что жаркий, да. Да, бой будет жарким. Бой и так жаркий. Блин, охренеть, а что, я его не убью, получается? У меня не хватит мечников? Да вроде хватает. Что-то такое ощущение, что нет. Так, впрочем, ничего страшного, у нас вот есть армия. Погнали, вот это еще армия и вот эта армия. Это кто? А, Фистип. Значит, мы просто идем к нему в гости и говорим здравствуй. Пойдем лучниками. Пойдем лучниками. Порукопашимся. Так, это точно 90 скорость? Ну ладно. Какие будут указания? Мы послание от Марка. И... Да-да-да-да-да-да-да! А, в смысле? Это так не работает? Я думал, я своих убью! Эй-е-е-е-е! Так не должно быть! Я же своих должен был убить! Эй-е-е-е-е! Ну так не должно работать. Ладно. Так, а мы можем просто в рукопашечку с ним? Опа, да-да-да, в рукопашечку. Хорошо. Все, и мы просто подходим нашими всеми. Что делать королю, когда планы рушатся? А ничего. Сидеть и смотреть на то, как я рушу твои планы. Ну, не дрогни. Смелее. Иди отсюда. Молчи. Ты еще не понял? От короля Филиппа. Послание. Блин, ну у меня войска мои лично не уничтожаются почему-то. Я не знаю почему. Они просто не хотят уничтожаться с помощью камней. Ну я же закинул. Ладненько, ребят. На этом пока что усё. Следующая миссия будет Вазирс Фортресс. Крепость Визиря. Ну, круто. Зашибись. В общем, вы поняли. Следующая миссия будет чуть позже. С вами был Роджер. Надеюсь, что вам понравилось. Не ленись и подпишись на канал. Как вы знаете, теперь миссия
7. Я хоть и пользовался магией, но как бы я попытался против себя использовать магию, но что-то как-то не сработало, поэтому я использовал против Филиппа, чтобы он просто заткнулся. Все, ребят, пока-пока. До следующего ролика.